Наша земля от века славилась мастерами, особенно теми, кто ограждает свой край от незримого зла. Пусть немного их, только каждому удали не занимать, а в деле сметливости. Да сто камней еще не крепость, а тысяча искр не жарче костра. Хоть и трудились все усердно, но тьма подступала все ближе. Пока в той области, где льют крепчайшую сталь, не нашлось чудесное место. Любой богатырь здесь будто втрое крепче становился. И кинули тогда клич во все концы. Откликнулись мастера со всей России и съехались на зов. Встали они плечом к плечу, объединили свои силы. И тут тучи разошлись, и отступил мрак. Так родилась легенда Магнитки, место силы.